посмотрим на количество людей, которым срать, что люди снимаются. Сейчас просто понаблюдаем и посмотрим, сколько людей пройдет мимо камеры. Вот такой маленький эксперимент. Смотрите, я типа делаю вид, что вот, раз один нормальный, еблан, простите. Не очень хорошие люди. Раз, два, три. Это охранники поможут. Они там не отвечают. Он думает, что он не мешает. Мы потом это ускорим, просто я так постою, сейчас выключу микрофон, мы ускорим. И посмотрим, сколько. Я буду делать вид, что, ну как, типа, я же камеру смотрю, они же видят. Вот люди сзади сейчас прошли, типа, окей, все. Раз. Такой социальный эксперимент. Небольшой. Это игромир, ребят. Тут все можно. Тысяча, нет, 170 тысяч билетов. Это же так мало. Давай, проходи. Нет, смотри, забоялись. Нормально. Вот я типа отвернулся. Стоят, да, смотрят тут вот. Такие типа, все окей. Сейчас в желтом пройдет мимо. Не мимо камеры. Короче, я выключаю микрофон, типа стою тут такой. И мы еще посмотрим, сколько людей. Никто не ходит. Красавчик. Только я включаю микрофон, это магия микрофона, друзья. Вот сейчас кандидаты есть на проход. Нет, все нормально. Магия микрофона не работает. Это люди из туалета, им можно. А это люди в туалет, им тоже можно. Где здесь комната кайджен? Не знаю. Давай попробуем. Я как бы тут, ну... Заканчиваем эксперимент, друзья. Это Игромир 2014. Здесь может проходить. Проходи, конечно, пожалуйста. Здесь может происходить все, что угодно. Людям срать на камеры. Всем пока. Короче, выключаю. Так можно попытаться сделать свободную зону. Короче, типа здесь люди не ходят. Ручка? Да, ручка шариковая, гелевая, любая. Сейчас я гляну. Ну, мы тут как бы снимаемся вообще, ну ладно. Это никогда не прекратится. Ю-ху! Они срать. Да короче, выключай, все. Мы провели эксперимент. Людям срать, им пофиг. Выключай. Ну выключай! Я не буду ничего говорить. Тот, кто посчитает, сколько в этом видео людей прошло мимо меня, и им срать было на камеру, тому я что-то подарю, реально. Если мне что-то подарю. Не, это плохой конкурс. Чай, короче. А не, вот еще люди идут из туалета. Не попал в кадр, не попал.